Ребятки, доброе утро. Сегодня у нас второй день. И, кажется, погода радует. Обещали сегодня дождь, но смотрю по прогнозу. Должно все нормально быть. Я отменила себе все болезни. Конечно, чувствую себя не очень, но некогда болеть. Надо вставать на ноги. Но дело в том, что вроде Андрей приболел. Ладно, я вчера ночью вот сделала макароны по-флотски. Сейчас кашу пшенную делаю. Нам на завтрак. И бульончик варю. Сейчас еще лучок туда почищу, морковочку. И лапшу куриную сделаем. И сейчас быстренько позавтракаем. И на море, потому что сегодня вроде бы без дождя. Нужно урывать каждый момент. Ну, давайте сейчас посмотрим, сходим. Как же поживают остальные. Так, наш номер, номер третий, заходим, наконец-то встали. Привет, сынок, доброе утро, как спалось, что скажешь? Старший Куликов, он говорит, давай мне градусник, надо измерить, говорю, некогда болеть. Так, ну мы сегодня переезжаем на номер выше. Мы сейчас на первом этаже, на четвертый поедем. Андрей вчера ночью бегал, купил осетинский пирог. Говорит, понравился. Ну, я не пробовала, не знаю. Ладно, ну а сейчас мы будем завтракать. Все, ребят, мы переселились в номер на четвертом этаже. Смотрите, какой отсюда открывается шикарный вид на горы. Очень красиво. А мы были на первом. Вот наш гостевой. Но здесь уже, соответственно, соседи. Здесь балкон. Он общий. Давайте тоже сюда поднимемся. Еще сюда не ходила. А, тут вот еще есть номер. Ага. Очень красиво. Шикарно. И еще горы. Сейчас номер покажу. Но они все стандартные. Вещи еще не разложили. Здесь точно так же кухня находится. И двуспалка. Уже разобранное Мишино место. Побольше холодильник. Шкаф. Побольше телевизор. И, соответственно, душ. Тут фен, пожалуйста. Кстати, по цене все то же самое. Кондиционер. 3,5 в сутки получается. Ну, с утра было солнце. Встали рано. Пока перенесли вещи. Папе у нас тоже не здоровится. Но решили держаться. У меня тоже температура была 2 дня. И сейчас есть. Но некогда. Нет, не знаем. Репортаж все у нас не про это сейчас. Не про тапки. Или что вы спрашивали? Плавки, вот, лежат плавки для вас, а других нету, потому что вот сумка, в ней ройтесь. Ну, в общем, было солнце, а сейчас что-то пасмурно немножко стало, но вау, 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 здесь надо пофоткаться. Очень красиво, атмосферненько. Так, ну все, отправляемся на море. Так, штормило сильно вчера, и плюс еще ночью очень сильно был шторм, прям слышно было с нашего гостевого. А потом мы вот в этот гостевой переедем. В данный момент мы находимся на улице Добролюбова. Добролюбова 8/1. Вот, пожалуйста. Номер оставлю в описании, если кому-то нужно. И давайте посмотрим, какие здесь улочки. Смотрите, джипинг предлагают. И так удобно. Здесь сразу вот магазинчик. Андрей хочет купить себе шлепанцы, потому что натирают. И полотенце, и круги. Но все, в общем, по стандарту. Смотрите. Давайте пройдемся, покажу. Такие летние варианты. И сумочки. Все есть.
круги. Собака. Андрей берет себе шлепанцы. Шлепанцы за 600, его родные ему натерли. Миша с водными пистолетами играется. Смотрите, тут столовые, вот там столовая, шашлычка, в которую мы вчера ходили. Везде, пожалуйста, сдаются комнаты. Далее вот здесь кафе восточной кухни. И здесь тоже очень активное место посещения. Тоже шашлык. Сейчас мимо пойдем, вам покажу. А вот наш гостевой. Смотрите, такая выпечка. Медочки. Хачапури. И вот это столовая. Сейчас покажу. Так, ну здесь, смотрите, картошка фри, наггетсы, все горяченькое. И вот салатики. Кальян даже. Так, ну и вот меню. Смотрите. Останавливайте, кому интересно. Так, дошли до моря. Время 9:59. 29 июля. Температура воды 25 градусов. Температура воздуха 23 градуса. Ну, естественно, на пляж не выйдешь. Ой, красота неописуемая. Люди прямо здесь так вот загорают. Тоже бы хотелось. Сейчас, может быть, найдем местечко. Так, Миш немножечко поспал, Андрей еще отдыхает, а я жарю картошечку. Мы пообедали, макароны по-флотски, фрукты сходили, купили. Сейчас вот, вот что у нас будет на ужин. Андрей захотел, тут и соседи жарил. И смотрите, море успокоилось, открыли пляж. Пойдем туда и потом хотим сходить в парк центральный. Ну, там в центре. Вот, погодка чудесная. Немножко даже загорели, хотя были недолго. И вот сейчас после 4 тоже пойдем. Никогда не видела, вот так растет гранат. Смотрите. Копейка! Вот они. Плоды. Вот здесь не видно. А, вот. Смотрите. Вот. Андрей показывает. Где? Ага. Ой, какая прелесть. Так вот. Красота. Пришли мы на море. Купаться, конечно, еще нельзя, но можно мочить ноги. Волна очень сильная. Намазалась вот таким средством. Это не реклама, просто увидела у одного блогера, вот она рекламировала, ну как, рассказывала про это средство, Гарниер Защита 30. Мы пробыли на солнце, вот вообще-то мы белокожие, да, очень. Пробыли на солнце, где-то 1,5 часа загорели, но мы не обгорели. Сейчас опять намазалась, время 5 часов. Ну, посмотрим. Пойду я сейчас к ребятам. Ребят, такая сильная волна. Миша вот у нас в аквашузах, а мы так как сначала отменили поездку, мы с Андреем не приобрели, я просто в обуви,
И, конечно, ощутимо. Еще волна сильная, и она гонит камни. Сейчас стояли, прям булыжником в ногу попала. Послушайте звук. Сейчас не слышно, будет сильная волна. Вот. То есть волна камни подкидывает. О! Как дела? Нормально. У меня там, знаешь что? Чего? Вот эти мелкие камни. Ничего, помоемся потом. Дома решили парку отвезти отдельный день, потому что ну нереально, мы сегодня устали, шли пешком, Миша отдыхает, Андрей в душе. Мы заказали суши и пиццу. Здесь пепперони запеченные. Это, знаете, море ролл называется. Вот телефон, если что. Так вот приедете, если не знаете. Но мы сейчас попробуем, и я вам скажу, как вкусно, невкусно. Но вообще, по отзывам, прям говорят, что супер. Они здесь недалеко находятся, где торговый центр «Бирюза». Я имею в виду недалеко от нас. Ну и доставка у них, соответственно, есть. Могу сказать, очень вкусно, нам все понравилось. Мы пытались Мише взять вот такой запеченный ролл. Мы в Ульяновске заказываем «Вулкан с тунцом и лососем». Он у нас только такой ест. Но, к сожалению, вот этот немножко остренький, по-моему, называется «Гейш», он не стал. Филадельфия очень нежная, вкусная. Вот этот нежный тамаго мой любимый. Ну, там огурчик немножко по-другому, покрупнее нарезан, но, тем не менее, это на вкус не влияет. И, как видите, пиццу мы уже всю скушали. В общем, рекомендую. Еще раз повторюсь, море ролл. Мы вот просто ехали в такси. И раз таксист посоветовал. Поэтому вот у них Инстаграм тоже есть, телефон. Здесь у них пицца, ой, сеты разные, ой, такое обширное меню, угу. Разные сеты, жареные роллы, и даже есть хачапури, картошка фри. В общем, все, ребят, на этом будем заканчивать видео, покушаем, посидим, посмотрим на, так сказать, вечернее Лазаревское. Очень уютно, очень нравится. Да, вот Андрей говорит, наверху намного интереснее. Вчера-то на первом этаже были. А так, прям сидим, кайфуем. Все, ребят, давайте, пока-пока.